Давай сделаем все по-тихому. Хорошо. Они здесь! Как-то так. Так, всем привет, с вами Доки Трэш. Сегодня у нас продолжение Зов Крови. И сегодня мы продолжаем общаться с бандитами. Я сделал все, что мог, чтобы отговорить их от этой безумной затеи. Но мои братья сказали, что Девлин негодяй, и никто о нем плакать не станет. Хуарес говорил нам, что он родом из Ирландии и сколотил себе состояние в Чикаго. Он вор и головорез, который убивает поселенцев и золотоискателей из-за их земель и участков. Но пусть он и негодяй, не моему брату наказывать его. Это дело Господа. Не мстите за себя, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. Как-то так. И вот та самая интересная сценка, которая была в начале игры. Вот так обычно взрываются шахты в реальности. Только взрыв там, по-моему, еще более такой смачный. Просто тут невозможно передать всего, что было на самом деле. На самом деле там земля грохочет, еще что-то. И все находятся на предельном расстоянии просто от этого места. В игре, конечно, это не указано. Ну а так красиво, да, вот на западе. Красотень полная. Давай сделаем все по-тихому. Хорошо. И начинается трэш. Ну, мы, короче, будем играть сегодня за Томаса. Он тоже, чертов ублюдок, хорошо стреляет. Пошли. Пора прикрыть эту лавку. Хорошо стреляешь. Спасибо. Спасибо, Томас. Не за что. Так, ну где вы там, гады? Знаешь что, Рэй? Твои научения у меня уже в печенках. Что ж, неплохое начало. Увидишь, скоро они уже будут звать мамочку. Так, ну короче, мы здесь расправились, вроде было просто. Тут реально было очень немного ребят. Как-то все слишком просто. Тренировки не пошли.
стоять! Еще раз. Как же сложно оказывается. Однако мы справились. Так, итак, мы продолжаем. Чё у нас тут? Ах ты жадный ублюдок. Подмял под себя город, но ему все равно мало. Денег и власти не дарят. Хочу посмотреть на этого ублюдка. Я ведь немного прошу, правда? Мы не можем отступить. Бочки. Это обычные бочки. Ёкарный бабай. Так. Тут вроде пока тихо. Ну, чует моя задница и, в принципе, память. Пока сбоев не дает. Сейчас тут будет крупный замес. Сейчас сам Делвин выйдет. Типа самый главный тут, короче, пахан. Ну, уходи, Девлин! Вообще на всей шахте. Это все? Всего двое? Вы для этого меня позвали? Из-за этих двоих? А у него, я смотрю, характер. Ты, Девлин? Слушай меня. Твоя контора закрыта. Так что бери ребят, собирай игрушки и выметайся из города. Вопросы есть? Когда я узнал о судьбе гремучей змеи, я думал предложить вам работу. Но теперь я понимаю, что ничего из этого не выйдет. Думаю, что вы не сможете работать в коллективе. Спустите их с лестницы! Да, чё-то ничего не вышло. В этот раз первое впечатление не удалось. Их кто-нибудь видит? Нет. Да кто они такие? Ну шо, давай как два брата, как обычно. По моей команде. Ёпта, конечно. Ага, а он-то бессмертный. Его-то убивать нельзя. Наверх! Так, подожди, надо пушку взять. Пушку! И у всех говнопушки, как всегда. Бессмертный гад, а? Через двор! Ворота заперли! Я прыгну на эту площадку и открою с другой стороны. Прикрой! Ладно, только пошевеливайся!